Всем привет из Сочи, из Красной Поляны. Смотрите, какая у нас погода. У нас снег в горах лежит. Вчера даже дождь был, позавчера, а сегодня снег. На Роза Хутор, вообще говорят, там на высоте все завалило. Вот такая у нас погода, холодно. Ну, холодно за счет того, что сыро. Из-за сырости вот так вот холодно. Я иду на работу практически, по-моему, в 7 утра. Вот, да? Видно. Это у нас тут новый отельчик открыли. Вот. А так, ну, видно хорошо. А вот такой привет. Подошла поближе. Вот канатная дорога наша. А вот видите, какой контраст. Снег. И тут еще все зеленое. А там уже снежок. Вот так вот. С летнего сезона в зимний сразу переходим.